хороший человек едет. Здравствуй, Виталик. Привет, Зай. Как у тебя дела? О, 3 дня, как стекло. 3 дня не пил? 3 дня не пил. Да неужели? Только жрал, телевизор смотрел, и в интернете в игры играл. Реабилитационный период у тебя, да, после больницы? На работу не устроился? А, как? А я соцработник. А, ты у нас соцработник. Соцработник, да. Ну, отлично. У тебя будет пенсия и все дела, да? Ну, как да. Как у настоящего россиянина. Ну, что в Орле произошло хорошего? А, ничего не произошло. Опять затопило центр нахрен, когда дождь был. Проблемы с ливневкой. Да, там всегда проблемы. Там, я не знаю, что там позаткнули у них. Всякие херни оттуда. Прогноз какой-нибудь можешь дать на Орловскую область, на Орел в ближайшее время? Что будет на подъеме Орловской области? Да ну нахрен. Нет, да? Как бы на спад не пошло совсем. Как на спад? Не знаю, там руководство поменялось. Ну, они только могут языком трепать нахрен, а так ни хера не делают. Ему. Понятно. Ну вот, а сейчас мы как бы живем во время второй волны кризиса. Ты вот ощущаешь на себе это, нет? Не, на себе я не ощущаю. А что мне на себя ощущать? Ну как? Коммунальные услуги подорожали, прочее. Кварплата поднялась, цены в магазине вроде как бы тоже поднялись. Вот, если честно сказать, заходишь в магазин, не знаешь, что брать. Если, деньгу сейчас выпустят в 2000. Зачем? Как зачем? А уже все, уже 1000 не актуально. И вместо 100 рублей 200 будет. 100 рублей тоже не актуально. А вместе 500-600, да? Вместе 500-600. Как бы, понимаешь, ценник-то растет. Вот, я думаю, придется тебе на себе это ощутить. Ну, может быть, ощущу, но как бы меня это... Не сильно волнует. Ну как, а вдруг цены на гербатон скаканут? То пузырек 25 рублей, а будет 50. Не будет. Ты уверен в этом? Да стопудов. А вот как ты относишься? Я вот слышал такую информацию, что в Орле хотят поставить механические автоматы по продаже гербатона и прочих фунфыриков. Это хорошо или плохо? Это хорошо. То есть, как бы, не будет даже личного общения с продавцом, да? Так не надо его среди ночи будить. А то они там спать ложатся, хрен до них достучись. На массу там давит. Я говорю, поднимайся, дай фунфырей. А то кинул монету, получил конфету. Да, то монетку кинул, и вот тебе, на. Все нормально, не надо никого тревожить. А то они, то спать ложатся, то вообще куда-нибудь убегают на блядки. Побыстрее буш поставили, да, ведь? Да, а где-то уже поставили один такой. Да, там. Прямо на этой, на автозаправочной станции. Вот это прогресс. Все, Орловская область на подъеме. Автомат уже один стоит. Подожди.